Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня, для меня долгожданное, наконец-то, видео будет. Видео о пустых баночках, хозяйственных пустых баночек, баночков хозяйкам на заметку. Если вам нравятся такого рода видео и они вам интересны, конечно же, тогда продолжайте смотреть. И я хочу сказать о том, что я не сняла эти пустые баночки в сентябре, потому что у меня совершенно не было времени. И сейчас я решила просто компенсировать. И так как я была в отъезде, у меня их совсем немножко получилось в этот раз. Так что, надеюсь, не слишком много времени потратите на меня. И, в общем, приступим. Начну с того, на что у меня всегда есть аллергия. То, от чего я задыхаюсь и пью таблетки, но без этого я просто не могу, потому что вот это мой собственный бзик. Это вот такой вот сменный дозатор в автоматический Airwick. У меня идет дикий гранат и Индия. Я вам его показывала в своих покупках. Что хочу сказать, мне его хватило ровно на месяц при распылении, по-моему, интервал 18 минут. Хочу сказать то, что я включала этот интервал, когда я гуляла с ребенком, либо куда-то мы уезжали, когда приезжали обратно домой, я всегда его выключала. Потому что, как я уже много раз говорила, у меня аэрозольные спреи какие-либо, они всегда вызывают аллергию. Я просто начинаю закашливаться, и у меня происходит такое удушье, поэтому как бы вот так вот. Что могу сказать о данном аромате? Он, в принципе, такой, знаете, интересный, и в квартире он раскрывается по-своему, фруктовый, сочный, сладкий. Мне нравятся такого рода ароматы, я люблю такие фруктовые ароматы, поэтому я смело могу вам его советовать. Единственный минус, это, конечно же, его цена. В данный момент времени я его на скидках купила за 300 рублей. Хватило, как я вам уже повторюсь, наверное, на месяц, может быть, даже, ну да, где-то на 30 дней. Так что вот такие у меня были, вот такая штучка была. Следующее, что я хочу показать, это у меня две пачки перчаток Home Care. Что могу сказать, девочки, это перчатки, которые стоят не бюджетно, их цена идет, варьируется от 89 до 100 с копейками рублей, но это стоящие перчатки, я ими спокойно мою, в этих перчатках, точнее, спокойно мою посуду, я также спокойно делаю уборку, я не боюсь то, что перчатки могут так быстро порваться. Конечно же, их хватает всего на месяц, но с учетом того, что я раньше могла в месяц купить 4 перчатки, 4 пачки перчаток, ну, 3-4 пачки, так скажем. И я тратила на это в среднем 200 рублей, может быть, даже чуть больше. Для меня вот это прям бюджетная находка, с учетом того, что мне хватает, допустим, одну я перчатку использую для мытья посуды, а вторую для уборки. И мне ровно вот этой пары перчаток хватает на... Точнее, эти две пары перчаток мне хватает на месяц. Так что, если вы где-то встретите данные перчатки, можете смело брать и не переживать то, что они у вас быстро кончатся. Следующее, что я хочу показать, это порошок Bimax «Белоснежные вершины». Здесь его 3 килограмма, и он у нас автомат. Девочки, могу сказать так, что это не тот порошок, который, знаете, вот так вот вау сделает из ваших вещей какие-то белоснежные вещи, ваше полотенце отстирает, очень будет белыми. Вы знаете то, что я помешана на белых цветах, мне нравятся белые кухонные полотенца, для меня это просто какой-то, знаете, вот моя собственная галочка, мне кажется, то, что если... у вас и белые вещи, они чистые, белые полотенца, ощущение свежести, чистоты. Вот, но это мой собственный бзик. Конечно же, если учесть то, что я его покупала по акции, по-моему, за 300 рублей, либо ну, где-то в этой ценовой категории, либо за 400 рублей. Нет, за 300 рублей, девочки, выбрала его. Могу сказать так, что, в принципе, неплохой порошок. Если к нему добавлять какой-то отбеливатель в стиральную машинку, то, в принципе, он стирает. Но, знаете, могу сказать, что неплохой порошок, хорошо выстирывается, нет никаких разводов, нет никакой аллергии, нет никакой сыпи, я от него не чихаю, у него не термоядерный запах какой-то. В принципе, достойное средство, но если вы будете стирать им цветные вещи, они будут такие, знаете, блеклые. То есть, как бы, у него, видимо, есть что-то такое отбеливающее. Причем она действует именно на цветные ткани, поэтому вот таким порошком не советую стирать какие-то цветные ткани. Следующее, что хочу показать, я не знаю, как сюда затесалась туалетная бумага от фирмы Aura, но я говорю вам в миллион раз о том, что я ее покупаю для сына, и мне она очень нравится, я ее брала в путешествие, мне она понравилась использовать ее в поезде, в
принципе, классная вещь за свою стоимость. Она не дешевая, она не будет стоить 40 рублей. Я ее покупаю где-то за 70-79 рублей. Но это достойное средство именно для ребенка и очень даже. То есть не надо мучиться там с влажными салфетками, с ребенком, когда вы делаете там, да, соблюдаете гигиену чистоты своего ребенка. Классные, я в миллион раз говорю о том, что я их покупала и пока буду покупать, пока я не найду то, что мне нравится. Главный их плюс — это то, что от них нет раздражения, от них у меня у ребенка нет никакой сыпи, ничего не чешется. Также данные, так скажу, салфетки, они биоразлагаемые, в канализации они могут растворяться, и ничего нигде не будет засоров, и не надо никуда бежать, чтобы выбросить данную бумажку. Поэтому мне это нравится. Следующее, что хочу показать, это от фирмы Sanfar. Белизна 3 в 1. Это, знаете, мое такое разочарование, потому что я рассчитывала то, что это будет какое-то вау-средство, оно будет круто отбеливать, хорошо очищать, но при всем при этом он достаточно жидкий. Удобная упаковка, удобно, девочки, все вообще в использовании удобно. Само средство, оно сильно жидкое, и мне его хватило, как-то оно быстро закончилось, и что-то как-то я не поняла, и поэтому я решила, что я его больше пока брать не буду, поэтому... Пока я ему ставлю 3, потому что ждала я от него какого-то вау-эффекта, но я этого не увидела, поэтому как-то вот так вот. Но тут написано то, что даже можно стирать я не стирала, я просто чистила место, ну, чистила, простите, за пикантные подробности туалет, но что-то как-то меня не воодушевило он, поэтому как-то, ну, зелененький лучше. Следующее средство, от которого у меня 50/50 мнение, это Силит Бэнк антижир сияния. В этот раз я купила эту упаковку и хочу сказать, что упаковка, именно вот этот вот распрыскиватель, меня вообще раздражал, потому что первые раза 2-3 я им пользовалась, было нормально, в следующие разы она стала там, видимо, не под тем углом я поворачивала данную бутылочку, и всегда нужно было какие-то сделать усилия, чтобы она начала распрыскивать. Когда она заканчивалась, она вообще перестала пшикать, и это было для меня просто какие-то нервы. Упаковка не понравилась, как она в этот раз работала, видимо, какая-то бракованная. А всецело мне нравится, как он удаляет грязь, мне нравится им очищать... микроволновую печь, мне нравится им очищать газ, я могу почистить внутри духовую печь, он все замечательно очистит, могу даже почистить возле плиты, если, допустим, я что-то жарила, линолеумом спокойно почистить, все замечательно, все здорово, естественно, работаю в перчатках. Дороговато средство, и если учесть то, что была у меня в этот раз не очень удобная упаковка, которая все время барахлила, то это мое небольшое разочарование, для упаковки минус, а для самого средства огромный плюс. Следующее, что покажу, это просто моя мега любовь, это мой вернель, цитрусовое масло и ваниль. Я просто люблю цитрусовое, я люблю ваниль, и данный аромат мне просто очень сильно нравится, я его смело могу советовать, если вы его возьмете на скидках, то это вообще здорово. Мне нравится, как выглядит белье после того, когда оно высохнет, постельное белье, полотенце, они мягкие, они пахнут вкусно, аромат достаточно долго держится на вещах, он не ударяет в нос. Это, знаете, какая-то золотая середина, когда оно очень здорово работает, при всем при этом есть аромат, но он не резкий. Прям, знаете, вот это мое средство, которое я могу вам посоветовать. Его хватает ровно на месяц, литра, да, там на полтора месяца спокойно, потому что оно концентрированное, потому что его нужно совсем немножко, допустим, на небольшое количество белья, и полную крышку вы можете загрузить, допустим, если вы там стираете очень много, там килограмм 6 и более. Так что классное средство, которое мне очень сильно нравится, я вам могу смело его советовать, так что как-то вот так вот, моя любовь к вернель, она все больше и больше. Ну вот, девочки, это были мои небольшие пустые баночки хозяйственные, хозяйкам на заметку. Если вы для себя что-то интересное подчеркнули, это, конечно, было здорово, мне будет очень приятно. Если вам было со мной интересно провести это небольшой промежуток времени, и вы зашли ко мне в первый раз, тогда подписывайтесь ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео. И всем моим дорогим подписчикам я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Увидимся в новых видео. И всем пока-пока.